Всем привет, дорогие друзья, это рубрика «Разговор с нижнекамцами», я ее ведущий Альтер Джин. У нас, как всегда, таксует и поет песни с нижнекамцами, а я вот разговариваю. Но сегодня я решил сделать непростой выпуск, я решил позагадать загадки нижнекамцам и посмотреть на их реакцию, потому что загадки будут непростые, загадки будут для взрослых. Ну что, давайте приступим, немножко добавим перчинки и пошлости в видео. Делает ртом женщина, и это так любят мужчины. Тут надо обращать внимание на то, что это любят мужчины. Что? Улыбается? Нет. Целуется? Нет. Молчит. Неплохой вариант, конечно, было бы замечательно, но нет. Один человек тут сказал, что самый красивый изгиб на теле девушки – это улыбка, так что. Ну ладно, пусть он красивый, этот изгиб. Поет. Ну, тоже, но не всегда. Точно не говорит? Точно не говорит. У меня кончились варианты. И ничего пошлого? Я знаю, поэтому ничего в голову не лезет. Разговариваю. Нет, вот мужчины не любят, видимо, когда девушки разговаривают. Ничего почувствовался. Нет. Мороженое? Че мороженое? Скалка и запчук. Че? Что делает ртом женщина? Скалка? Надувает шарики. Что делают они ртом? Говорит. Нет. То есть надо тут ориентироваться. Я знаю, что это вопрос с подвохом, так что не надо мне тут. Ладно. Чистят зубы. Владик, мужчина любит. Это вопрос подвохом. Я понял, очень дурак. Разговаривать. Я молчит. Просто... Целует перед сном. Может быть, целует? Ну, может быть, но нет. То есть, как бы, если сказать что-то пошлое, то тогда можно плохо о мужчинах подумать. Я это люблю делать. Эвелина придет, она прошаренная. Молчит. Она говорит, я это люблю делать. Ну да. Мороженое можно есть, знаете, да. Покушать. Да. Есть банан. Идет банан? Да, правильно. Жует, наверное. Мужчина жует? Есть. Да. Ест? Вот. Ест. Это верный ответ. Наверное, потому что когда она ест, она молчит. Пережевывает пищу. Да, она кушает. Когда она кушает, она и молчит, и не говорит. И мужчинам это нравится, они это любят. Серьезно? Да. Слово из 5 букв. Где есть буквы П, З, Д и А. Поезд. Нет. Поезда? Поезда. Поезда. Ну там же 6 букв. А, точно, 5 букв. Поезда. Там 6. Да, чуть-чуть промазал. Слово из 5 букв, да? Да. Сейчас мы переставляем буковки. Я что пытаюсь сделать? Материться плохо. Материться плохо, а не материться. Сейчас девочки переставляют буквы у себя в голове и пытаются понять, что за буквы не хватает. А, П, З, Д. Поезда. Опоздал. Блин, одно слово в голову лезет. Ну вот надо как-то их переставить, и получится другое. З, П. Задоб. А, Д. Подоза. Поднос. Русский рэп слушаешь? Нет. Молодец. Вот некоторые русские рэперы ориентируются на это слово. И получается... Русский рэп. Один хер. Нифига непонятно. По звучанию как бы. З, А, П, Д. Ну давай следующую, а? А что за слово-то? Запад. Запад? Да. Запад. Запад. З, да. Запад? Запад? Да. Запад? Да. Запад? Да. З,
Запад? Нет. Владик. Запад. Запад. Да, прикинь. Правильно. Вот она молодец. Что сказала? Запад. Я не знал, что ты на цвету у меня. Антон работает, ничего себе. Ну, он не работал просто. Что за херня играет? Я вот это никак не слушаю, так что точно не могу ответить. Что удлиняется, когда его берут в руки, пропускают между грудей и засовывают в отверстие? Это к тебе. Почему к нему? Это и к тебе тоже. Черт. Ты так его хватаешь, просовываешь в отверстие. Галстук. Нет, подумай. Лепка из пластилина. Лепка. Я бы сказал, что это кофе, но это не подходит. Ты можешь сидеть вдвоем с кем-то и этим заниматься. Слушать музыку. Знаете, наушники в отверстие, и они как проходят, ну, посередине груди. Неплохо, но нет. Шланг, может быть, нет. Такие же бывают растягивания. Куда ты его там вставляешь? Зачем ты его между грудей пропускаешь? А, еда, кушаешь, да, ешь. Блин! Нет. Да шнур. Шнур! Ну, с телефоном сидишь и хочешь. Вообще какие-то девочки странные. То есть это естественный замок? Нет. Такая секунда молчания просто. Ах ты! Замок? Откуда ты берешь такие вопросы? Я не знаю просто. Что, из детской книжки? Нитка с иголкой? Нет. Это из другой загадки, по-моему. Галстук. Какое отверстие ты его засовываешь? Как еще подсказать? В детстве был в воду что-то клали, и оно увеличивалось. Нет? Нет, в воде что-то росло. Что? Удлиняется, когда его берешь в руки, просовываешь между грудей и вставляешь в отверстие. Ремень для машины. Да. Ремень безопасности? Да. Ты садишься на это сиденье, то тебе обязательно... Ремень! Ремень. Коса, ремень безопасности, да. Ремень. Все правильно. Почему у меня в голове волосатая палка? Чего? Ремень? Да. А, ремень безопасности? Машина. Вперед. Удлиняется. Удлиняется? Ремень. Серьезно? Ремень. Такая это взяла, все просто спалила. Что, может в руке? А, ремень! О, да. Правильно. Сказал, да? Ну что, вот мы и провели наш опрос. Позагадали загадки нижнекамцам. Как оказалось, нижнекамцы не все, но отгадывали. И это очень круто. Кто-то догадывался сразу. И это клево. Клево то, что они понимали, что загадки с подвохом, и нормально к этому относились. Если вы знаете какие-то подобные загадки, пишите их в комментарии, и будем вместе отгадывать. Ну а я хочу сказать спасибо Нижнякам ВКонтакте за то, что размещают наше видео у себя в группе. И спасибо всем, кто подписывается на наш канал. Продолжайте приглашать туда друзей, людей, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и жмите колокольчик. Всем пока, до встречи!